Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Черепашки-ниндзя-легенды». И у нас опять два раза ежедневные награды почему-то выдаются. Ладно, хорошо, будем забирать. Зайдем сразу в магазин, откроем бесплатно колоду. И, я так понимаю, там у нас, ну, именно магма нам достается, в принципе, неплохо. Так, идем с задания с вами. Забираем и сразиться. Так, подожди. Давай вот это вот с тобой сделаем. Ёлки-палки, я же хотел сбросить и забыл, блин. Ну, по крайней мере, у меня все целенькие, так что я надеюсь, что мы все-таки пройдем. Сейчас начнем потихонечку разбирать вражин. Так, у нас здесь Кирби. Иди отсюда, грибок. Выеживается мне здесь. Я думаю, что надо с Кирби начинать. А ну-ка, Рокзар, посмотри-ка, ничего у нас пока не получается. А если вот так вот? Все, минус, отлично. Слушай, меня гриб этот сейчас будет нервировать. Надо его быстренько отсюда убрать. Вот. И занимаемся уже тараканом, да? Бронированным, якобы. Откуда вообще этот таракан-то взялся, если честно? Что-то не могу понять. Причем бронированный, да? Трубки у него какие-то там подведены. Супер костюм, короче. Ага, здесь у нас... Не понял. У нас и такой Рокстеди, и такой. Хм. Что-то я, кстати, на это раньше внимания не обращал. Ну да ладно, нам, в принципе, все равно, кого валить. Ну и приступим, пожалуй, мы вот с этого. Раз у нас идет максимальный дамаг по нему. Замедлялочку. Отлично. Так, кто там будет у нас сейчас выеживаться? Никто? Тогда мы попробуем, наверное, разобрать. Ай, чуть-чуть не хватило. А, в принципе, сейчас, наверное, мы его, да, завалили. Отлично, я, ребят, ставлю контратаку. Сработало только на двух, да? Это у нас Рокзар и Леонардо. Тогда давайте мы, наверное, с вами вот этого вот бота уничтожим. Так, вот этот Бибоп мне не нравится. Ну-ка, отлично. Так, кого-то сейчас, по-моему, хотят Рокзара мне разобрать, да? А мы сделаем хитро. Вот так вот провокацию поставим на Рафаэля. И все, теперь мы с вами, как говорится... Непробиваемый. Так, вот этого надо обязательно уничтожить, потому что он два раза атакует. О, хиляемся. Все, отлично, так. Минус. Так, вот этого нужно тоже, потому что у него, ребят, есть огнемет, а это будет урон по всем. Отлично, все замечательно. И остался у нас только Бибоп. Ну-ка. Замечательно, мы с вами прошли, никого не потеряли, отлично. В принципе, здесь можно было бы даже и потерять кого-нибудь. Особой роли здесь это не играет. Главное, что прошли. Так, забираем реворд. И что у нас тут? Сразиться, сразиться, поднять уровень персонажа. Вот это тоже нужно сделать. Давайте-ка посмотрим. Кому будем поднимать? Может быть... Не хочу пока здесь. Вот, давайте Шредеру. Как раз до тридцаточки. Да-да-да, именно ему. Все, замечательно. И смотрим дальше. Нам нужно там пройти 10 заданий. Кого будем искать? Ну, естественно, Эйприл и мутагеноида. Давайте приступим. Так, ну, Эйприл у нас всего 3 разика можно найти, да? Первая попытка удачна. Давай вторую. Нет, не получилось. А сейчас? Да. 2 удачные попытки из 3. Отлично, тогда давайте поищем теперь мутагеноида. У него, конечно, побольше попыток. Аж целых 6. Так что давайте. Первая удачно. Давай, давай, не подведи, не подведи. Мимо, ребята, как всегда. Так, вторая удачная попытка. А здесь у нас 3. Три попытки удачные. Так, четвертую есть. Ну что, уже неплохо, я вам скажу, ребят. Даже очень хорошо. Но задание мы еще до сих пор не выполнили. Поэтому нам нужно еще кого-то найти. Или выполнили. Так, забираем. А здесь мы забираем. Нет, нам нужно еще один бой провести. Так, давай посмотрим, кто у нас еще остался. Змейка Вьюн, давай его найдем, а? У него просто очень много ДНК, и чтобы его проапать, нам не так уж много нужно найти.
О, смотри-ка, на Змейка Вьюна у нас выпадает только шорох ДНК. Ха, видимо, игра так и хочет, чтобы я его прапал. Да, ой, зачем я это стал делать, а? Мне же пицца, наверное, пригодится, а у меня всего ее 9 штук осталось. Да. Ладно, забираем здесь ревард. Все, замечательно. И переходим, наверное, вот сюда, вот в бой. Смотрим, у нас разыгрывается пицца, поэтому давайте пиццелиться вот быстренько с вами забомбим. Минутку, как говорится, своего времени потратим на это дело, тем более на автобое. Сейчас все у нас быстренько это пройдет. Видите, никаких проблем. А потом, вот я думаю, наверное, сходим на лигу. А дальше у нас будет выбор. Либо испытание. Ну, на испытаниях мы с вами стопорнулись. Поэтому, может быть, даже пойдем на основную сюжеточку. Попробуем, может быть, еще на все звезды пройти пару заданий. Хотя, большое у меня, конечно, сомнение по поводу этого. Но, тем не менее, надо что-то, ребят, сегодня делать. Чем-то заниматься. Поэтому не будем просто так сидеть, сложа руки. А будем действовать, как говорится, проверять себя на прочность. Так, ну что, еще 3 раза нам остается победить Пиццелицева. Как говорится, забрать у него полностью всю пиццу. Нечего ему тут таскать ее. По большому счету, фиг ли нам отнимать у него всю пиццу, да? Мы бы его сами могли бы сожрать, вы представляете, да? Черепашка, например, жрет живого Пиццелицева. Ё-моё, это же фильм ужасов какой-то, ёлки-палки. Он верещит, а они его жрут, да. Так, ладно. Давайте еще, наверное, 2 разика с вами бомбанем его и пойдем уже, как говорится, по делам. Автобой, естественно, автобой. Хорош тут бросаться своей ерундой, она тебе все равно не поможет. Так, отлично. И последний, ребята, бой у нас с ним будет. А кто у нас там в ближайшее время может прапаться? Вы не замечали, когда я там проматывал своих героев? Я вот что-то, честно говоря, не очень особо замечал этого дела. Надо будет как-нибудь конкретно посмотреть, а может быть даже кому-нибудь выучить скиллы. Так, ну-ка давай-ка бомбанем его. Ну что ж, неплохо, и добивочный. Оу, ха, почему так получилось? Интересно, почему это Рафаэль очень слабо бьет? По идее, у него должен быть козырный удар, и Пиццелицы должен быть упасть просто-напросто. И взмолить о пощаде, но нет, он выстоял. Ладно, ребят, с пиццей мы закончили. Все, да? Естественно, мы с вами переходим. Так, погоди-ка. В бой. А почему меня в бой не бросает? Надо выйти отсюда, что ли? Так, погоди-ка. Турнир. Ёлки-палки, меня опять сбросили на самурая 2 звезды. Вот так вот, ребят, называется, сходили на работу. Ну что ж, придется опять нам как-то подниматься на вершину. И начнем вот с этих вот малышей. У меня 5 откатов есть. Поэтому сейчас 5 боев мы сделаем с помощью Леонардо, да? А уже остальное будем разруливать как-нибудь сами. Отлично. Тут я даже не сомневался, что мы победим идеально. Продвигаемся с вами далее. Получаем ревард. В принципе, сейчас... Ага, еще, наверное, где-то боя 2-3 нужно сделать, чтобы мы с вами до самураев 3 звезд добрались. Мы можем немножко это, наверное, с вами ускорить. Интересно, вот зависит звездность персонажа, я имею в виду, на мой опыт или нет? То есть, вот если я, например, вот этих вот буду бомбить, или вот этих, где здесь бронза есть, это как-то влияет? Мне кажется, нет. Вот сколько тебе дано получить, да, 14-17, столько и будет. И поэтому нет разницы. Давайте тогда так сделаем. Сделаем откат по Леонардо и заберем раз, два, три. Давай вот этих вот. Я думаю, что одной вертушки от Леонардо будет достаточно здесь, чтобы они упали все. Давай-ка проучим этих охламонов. Ведь должны упасть, по идее, да? Все, великолепно. Рассыпались. Ну, а мы с вами, естественно, продвигаемся дальше. Скорее всего, нам еще останется один бой. Сейчас посмотрим. Да, мы с вами попадаем на 11-ю позицию. Я думаю, что если вот сейчас все у нас хорошо пройдет, а у нас должно пройти, то мы в самураях 3 звездах уже окажемся. Ну, а дальше, как говорится, будет... будет чем заняться нам. Откат это закончится рано или поздно, естественно. Ну-ка, положим мы их сразу всех или нет? Отлично.
Пока Леонардо держит, как говорится, удар. Всех ложит с удара, поэтому без проблем. Малыши у меня реализовываются, а мы с вами переходим на Самурай 3 звезды. 94-я позиция, блин. Сейчас будет очень и очень медленно у нас расти рейтинг наш. Так, давай-ка мы, наверное, вот этих вот попробуем. Но уже сложнее, тут уже 44-45 уровень, так что надо как можно быстрее продвигаться. Блин, еще очень много персонажей у меня. Я имею в виду маленьких, а откатов у меня тоже мало. Ну что ж, поехали, начнем вот отсюда, с середочки. Упадите все. Ой-ой-ой, плохо, ребята. Ой, сейчас бомбочку бросит, да? Кто-то упадет, нет? Ах ты, зараза ты этакая, а. Ну что ж ты будешь делать? Ребят, я, честно говоря, думал, что Леонардо всех уронит, но не получилось. Соответственно, мы получаем с вами не весь бонус и очень будем, как говорится, на один этап у нас медленнее пройдет продвижение. Смотрите, 94-е, сейчас мы с вами, да, всего лишь на 83-е. А так могли бы где-то на 78-е место перебраться. Ну что ж, давай тогда мы с вами сыграем немножко получше как-нибудь. У нас опять есть откатик. Можно, в принципе, перестраховаться. Хотя я думаю, что вот этих вот героев вряд ли они положат с удара. Вот насчет Макмана с Гекой я, конечно, сомневаюсь. Но тем не менее, если Леонардо сейчас пропишет Виртухан, и потом у меня будет ходить либо Сплинтер, либо Гека, то должны мы их подбомбить. Сейчас проверим. О, хорошо получилось, идеально, я бы даже сказал. Не надо было никого больше, как говорится, дополнительно выводить в бой. Все у нас отлично. Последний, ребята, у нас с вами откат для Леонардо. 68-я позиция. До Сёгуна мы сегодня обязательно должны дойти. И будем брать мы с вами... Надо нам кого-нибудь помягче взять. Тут уже 46-й уровень, это плохо. Вот давай вот этих... А, не, погоди-ка, вот этих вот. Блин, подожди-ка. Тут 46-й, тут и тут. То есть тут еще даже 47-й есть. Елки ты палки. Тогда я возьму, наверное, вот этих вот пацанов. И давайте возьмем Леонардо. Кого-нибудь еще крепкого, например, Железноголового, да? И тогда вот этих ребят. Потому что, ну, если Леонардо не положит, а он вряд ли здесь с удара всех уничтожит, будет у нас подключаться... Да тут, в принципе, 45-й, 41-й уровень, а у них 46-й, да? Не, должны, в принципе, разрулить. Сейчас проверим. Оу, Лео, нифига ты даешь. Вот чего-чего, а этого я никак не ожидал. Что он всех с вертушки положит. А почему же тогда там он не положил, я не могу понять. У кого-то офигенная сопротивляемость была, да? Так получается. Ну что же, все, откатов у нас нет. Леонардо, естественно, у нас выступать больше не будет. Поэтому берем, наверное, мы с вами вот этих вот ребятулек. И для этого нам понадобится кто? Естественно, Зек. Он будет замедлять их всех. А вот теперь я не знаю. Ну давай возьмем Майки, Шреддера и... Кого же взять? Давай Рокзара, наверное, возьмем еще. Так, и Бакстера. Посмотрим, что у нас из этого получится. В принципе, ребята-то не слабые, должны тут устоять. Хотя тут, видите, Ванька с тиранка. Ладно, попробуем. Ага, берем Рокзаром, значит, провокацию. И теперь вот еще давайте массовой атакой бомбанем Микеланджело. Отлично. А ну-ка, Шреддер, у тебя как? Главное, чтобы Бакстер не отхилил. А, все. Бакстер упал. И Ванька тоже падает, ребят. Ну, все, прошли великолепно. У нас все остались целехонькие. Соответственно, бонус у нас по полной программе. 920 мутагена. И мы попадаем на 30-ю, да? На 37-ю позицию. Ладно, хорошо. Еще где-то нужно сделать боя 2 или 3. Так, выбираем тогда с вами... Да, вот этих вот. В принципе, без разницы. А хватит ли у меня на 2-3 боя, ребят? Ха, вот в чем вопрос-то. Нет, не хватит персонажей.
Вот это вот плохо. Это очень плохо. Давай вот так вот сделаем. И, пожалуй, нам придется... Блин, неужели брать Рафаэля, а? Черт, не хотелось бы, конечно. Ну, давай вот так вот сделаем. 46-й, 45-й. Нет, фигня это получается. Давай вот так вот сделаем. Я боюсь, просто пробьют. Мы с вами потеряем очки. И, соответственно, нам тогда точно не хватит дойти до Сюгуна. А тут хоть какой-то есть шанс. Небольшой, но есть. Сейчас, сейчас, сейчас попробуем. Это сейчас, наверное, хилять будет. Если он хильнет, это будет плохо, ребята. А он будет стопудово. Давайте, наверное, его уничтожим. Вот так вот. Теперь массово. Так, замедлялочка, замедлялочка. Тут еще и меткость понизили. Вот Бакстер, этого нужно уничтожить нам. Если он сейчас волну запустит, это будет плохо. Или маузеров. Есть, отлично, все. Теперь мы должны с вами здесь устоять. Ну, естественно, он делает дополнительную защиту. Да хорош, Раф, ты что это два раза-то хочешь? А, он... Блин. Замедление нам влепил. Ладно, мы уничтожим вначале Криса. Ага, уничтожили аж два раза. Ну, а сейчас... Вот, теперь мы с вами... А зачем нам провокацию делать? Давай вот... Ой, блин! Думал о провокации, хотел ударить и нажал на провокацию. Ладно, сейчас мы и так его бомбанем. Да падает уже, а ты... Что такое? Все, и остается у нас Рафаэль. Больше тут никого не осталось. И посмотрим, куда мы с вами продвигаемся. На какое место... Ну, вряд ли, конечно, мы перейдем в Сёгуны. Сейчас посмотрим. Блин, 21-я позиция. То есть, тут минимум еще два боя нужно сделать. Ой, ребятушки, вряд ли, конечно, получится. Смотрите-ка, тут два Рокстеди. А у меня тут Крис. Черт, у меня всего 4 персонажа. Блин, это большой риск. Я, короче, попробую, но вряд ли, конечно, у меня тут что-то получится. Черт, 4 персонажа всего. Ладно, давай рискнем. Я сделаю вначале защиту дополнительную на всех. А теперь давай вот так вот попробуем. Ага, защиту мы у многих понизили. Это хорошо, в принципе. Нет у меня, знаете чего, массовой атаки, но вот кроме Стокмана, у него есть. Так, у них что-то меткость у всех увеличилась с какого-то перепуга. А ну-ка, давай вот так вот сделаем. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватает. Блин, нейтрализатор, не падай только у меня. Да хорош ты, блин. Сейчас шибанет, естественно, в него. Вот, кстати, давай попробуем маузеров выпустить. Ай, как хорошо, ребятулечки. А ну-ка, давай пробивать. О! Ребят, вот я, честно говоря, сам не ожидал, что пройдем здесь вообще великолепно. Но, тем не менее, бонус не полный, потому что 4 героя всего лишь у меня. И, как видите, мутагены мы получили 646, соответственно, не полный это бонус у нас. И мы с вами приземляемся на, блин, на 8 место. Вы представляете, на 8 место. Нет, конечно, можно сделать хитрый план, купить 10... А смысл? Два раза кого-то рисануть... И все, не будем мы с вами делать. Лучше переждать, когда они откатятся. И там уже естественным путем все это сделать. Так, ну что ж, давайте посмотрим тогда у нас, что в испытаниях. Мы с вами, по-моему, здесь везде дошли до предела, да? Эйприл я так и не смог завалить, точнее, вот именно эпизод 7. И вот я сижу сейчас и думаю, а может быть рискнуть все-таки еще разок? Мы с вами не прошли... Босса, по-моему, да? Он нас там разбомбил. Или мы даже до босса не дошли. Слушай, ну давай попробуем, а? Еще разок. Может быть, нам взять лучше Рокзара? Давай-ка вот так вот сделаем. Хотя Железная Голова тоже хорош, ребят. У него уже массовая атака. Я вот просто думаю, интересно, вот... Змея Карай на 55 уровне, но зато полностью платиновая... Лучше, чем, например, тот же самый Рокзар 70 уровня и 5 звезд золотых. Вот. Как вот узнать, какая у нее мощь, удара, сила? Не посмотреть данных, ребят. Ладно, я попробую. Я попробую все-таки. 5 волн, блин, 5, ребят. К последней волне, я боюсь, мы с вами там... Сколько у нас откат идет? 4 хода, да? Тут 5 волн.
Ну, этих, я думаю, что пока можно и так разобрать. Не будем с вами тратить суперудар. Как я вам говорил, нам не хватает здесь, ребята, хила. Вот был бы у меня еще какой-нибудь здесь хиллер, помимо, я имею в виду, Леонардо, совсем было бы другое дело. А так вот приходится нам как-то выживать. Так, хорош вот выеживаться уже. Так, слушай, три раза нам приходится ударить, чтобы уничтожить одного из пупсиков, да? Ну-ка, Лео. Так, хорошо, ладно. Падает. И давай вот этого вот мега-кренга бомбить. Так, подожди, добиваем, да? Отлично, у нас вторая волна, ребят, из пяти. Тут у нас все стрелки. Конечно, можно было бы 5 ходов восстановления. 5 ходов. Слушай, может быть, рискну. Давай я рискну, ребят. Нам нужно как можно больше оставить здоровье на последнего босса. Там уж как-нибудь с вами раскрутимся. Неохота просто вот здесь вот много тратить здоровья. Блин. Вот, надо было на училок тратить, ребят. Ай-яй-яй. Это плохо. Давай-ка вот эту вот мы с тобой зашкварчим. Ой, какая она крепкая. О, минус. Так, давай теперь вот эту. Или замедлить лучше. Давай попробуем замедлить. Так, хорошо, теперь проникающим. Блин. А, нет, нормуль, все получилось. Так, вот сейчас они будут массы. Оу, ты посмотри. Сейчас, если каждый так бомбанет. Эй. Фига не. Они здоровье, ты посмотри, сколько отобрали. Ну, я, наверное, хиляться буду уж тогда. Нам надо тут как-то выжить, я не знаю, блин. Так, левым. О, молодец, Леонардо. Да ё просто, ну. Падай ты, говнюха. Ой, четвертая волна, ребят, кто у нас тут? Жесть, вот, по-моему, здесь я тогда и спекся. Я даже не знаю, кого бомбить. Ну, давай попробуем с лисы начать. Если... Ага. Я тогда взял, да, провокацию на Рафаэля, и его мне, по-моему, быстро распечатали. Поэтому давай без провокации сегодня попробуем. Лишь бы получилось. Так, заблокировать. Кого заблокировать-то лучше тут? Я не знаю, у нее два хиллера здесь, по идее, да? Что Эйприл, что морозильная кошка. Фу, я даже не знаю. Давай-ка мы с тобой вот так попробуем. Если заблокируем. Ай, не получилось. Я просто не хотел, чтобы она... А, она копьем? Слушай, я, честно говоря, думал, что она будет эти кунаи бросать, но нет. Слушай, давай-ка попробуем все равно ее добить. Постепенку повесили, да? Теперь... Ай-яй-яй, сейчас кто-то хилять будет. Ну, естественно, Эйприл, да еще и плюс морозильная кошка стопудово будет хилять. Да, хитро, конечно. Тогда давай мы сделаем вот так вот. Блин, да что ж такое-то? Давай дополнительную защиту поставим. Ага. Так, интересно, если я поставлю... Давай провокацию поставим. Мы сейчас под защитой, я думаю, что выдержит Рафик. Блин, ты посмотри, что она сделала, а. Она мне понизила атаку. Ну, это, естественно, сейчас будет тут колдовать. Блин, все-таки, ребята... Не могу, блин, попасть. Тогда давай с кошки с морозильной начнем. О, слушай, неплохо бомбанул. Так, давай, давай, да, сейчас что ты, не говоришь, что лечить ты будешь? Что он там, мороженое выпустило, да? Ну, елки ты палки. Давай добьем. Все, минус. Блин, как же у них вот эта вот фигня срабатывает, офигенно, ребят. Вот сейчас, не дай бог, не промахнулся, а. Ой, вот это вот сильный удар, ребята, очень сильный. Летучие мыши вот эти вот. Сколько она будет у них висеть-то, я не могу понять, вот эта вот фигня. У ворот вот это. Эй, даже супер удар промахнул. Так, ну-ка, вертушка, только бы не подвела меня. Отлично, хорошо, пока все ребята у нас целые. Попробуем. Да ёпростая, ну, Лео, это сейчас будет естественно. Слушайте, очень хреновенько пока, знаете, потому что... Блин, блинский. Да что ты мажешь-то все время-то, а? О, ребят, вот это наше спасение, наверное, надеюсь. Вот этот постепенный урон, конечно, сейчас будет нас бомбить. Так, попытка номер
Да что ты, да ты посмотри, мы промахиваемся просто, я не знаю, мы мажем. Мы... Сейчас кого-то убьет. Зэк, от постепенки сейчас умрет зэк у меня, стопудово говорю вам. Черт, да будешь же ты падать-то. Ну вот, ребята, и босс. А вот и босс, как говорится, либо-либо. А он сейчас тут псих полнейший будет, он сейчас будет по два раза ходить, наверное, да? Блин, у меня упал, ребята. Ну, естественно, естественно. Сейчас еще разок будет бомбить. Что он там делает? Ой, массовый. Ну, отлично. Рокзар. Хорошо. Так, ребят, секунду, секунду, секунду. Попробуем. Так, ну, 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 ну. Блин, пройдем. Может быть, пройдем, ребят. Мы должны пройти. Есть! Есть! В первый раз за всю игру я прошел все эпизоды. Ну, все, я имею в виду, именно вот эти вот, девичья сила. И это круто. Я считаю, что это круто. Да, конечно, я не на 3 звезды прошел последний. Меня это, конечно, немножко огорчает. Но, как сам факт, я все, ребята, сделал четко. Так, ну что, давайте, наверное, кого-нибудь мы с вами поищем. В принципе, мне нужна тут белка. Хотелось бы мне, конечно, ее получить. Попробуем, а? 7 сыра. Ладно, фиг с ним. Ой, подожди, не то сделал я. Давай вот так вот сделаем. Ага, мне выпадает какая-то книжка никчемная, которая мне не нужна, если честно. Что сейчас? $2, офигеть. Ну, давай что-нибудь нормальное-то. О, вот, ребята, вот и лисичка мне выпала. Отлично, в принципе, больше мне здесь пока никто не нужен. Здесь у меня нет лисы. Вот здесь можно еще выиграть, да? Здесь забрали, вот здесь вот, давай попробуем. Вдруг нам повезет. Нет, пока не то. Еще разок потратим. Да что ты, блин, золотые осколки. Это, конечно, хорошо, но в данный момент сырный телефон, то самое последнее, что мне нужно. Ну давай, да елки-палки, морозильная кошка. У меня сколько еще? 15 сыра, это буквально 2 попытки. Блин, осколки серебряные. Ну, есть, ребятули. Вот и лисичка. 4 ДНК, это я считаю неплохо, между прочим. Так, у нас что? Сыр закончился, у нас зато очень много пиццы. Куда мы ее можем потратить? Естественно, на сюжетку. Давай посмотрим, что у нас тут, да? Мы с вами остановились на 4-м эпизоде. Давай глянем, какие здесь. Я уже, блин, немножко подофигел. Посмотри, 76-й. В принципе, здесь ничего такого нету страшного. Вот грибы, которые могут наносить колоссальный урон. И Гекко сам, это будет последний босс. А, тут еще мутагеноид. Блин, я даже не знаю. А у нас на нормале все пройдено? Все пройдено, кроме последнего босса на 3 звезды, да? Он у нас не пройден, к сожалению. Щекотливо и заманчиво. Ладно, ребят, я все-таки рискну пройти эпизод 4 на 3 звезды. Не обещаю, но попытаемся. Блин, мутагеноид и Гекко 76 уровня, это очень... Это очень зверско, если честно. Так, да успокой... Да как так... Че так зверско бомбить-то, ребятули? Да куда ты... Я хотел гриб, блин! Блин, а, все, я понял, ребят. Она ж провокацию взяла, от говнюха. Ладно, давай тогда попробуем с вертухана. Ай, даже вертушка не помогла. Так, тля, успокойся. Блин, меткость понизила. Черт, и здесь понизила меткость. Ладно, я попробую бомбануть. Ну, естественно, мимо. Так, отлично, хорошо получилось. Ну, теперь просто пинками и ударами. Ага, отлично. Но придется уже хиляться. Еще один гриб помойный здесь. Ну-ка, попробуем его так уничтожить. Да куда ты, ёпрасоты, я ж гриб! Че? Какой нахрен мимо? Я чуть не понял, что... Почему мы мажем-то? 75 уровень, ни хрен-то и... Блин, сейчас кто-то упадет, наверное, у меня. Ой-ой-ой, массовая атака. Один гриб минус. Давай нафиг его уничтожать, что он здесь делает вообще, я не понимаю. Хиляемся, ребят. Обязательно хиляться нам надо. И теперь уже... Ну что ты опять-то все, постепенный урон повесили, блин, это плохо.
О, меткость понизили, отлично. Пускай теперь тоже мажет. Хламонка. Провокация. Нет, я не буду делать, ребят, пока провокацию. Я думаю, что на третьей волне мне она пригодится больше. А вот защиту дополнительную, да, мы с вами сейчас сделаем. Так, ну-ка попробуем. Ага, ну почти. Так, а у этого просто защита, да? Угу, что он будет делать? Ага, все на Криса прыгает, зараза я такая. Все, ребят, последняя волна, смотрим. Здесь у нас Гекка и Мутагеноид. Ах, тут еще и два гриба. Блин, ну попробуем, я не знаю. Сейчас, секундочку, ребята. Нет, я, наверное, все-таки лучше добомблю. Ой-ой-ой. Фу, Лео, ты меня спас. Ты меня, честно говоря, спас. И сейчас у нас, я знаю, что кто-то из них вешает, как вам сказать. Да ладно тебе, блин, промахиваешься еще. Вешает у ворот. Это я точно помню. По-моему, это делает Гекка. Черт, заблокировал, да? Заблокировал, зараза. Да ну, хорош, падай. Вот, все, гриб упал. Теперь, ребят, я могу... Да, вот, смотрите, видите, у нас стоит у ворот на этих говнюках. И я сейчас боюсь, что этот говнюк мутагеноид будет хлопать в ладошки. Блин, уронил мне, блин, все-таки, а. Ну, а здесь мы, естественно, будем промахиваться. Это я уже помню. Сейчас будут... все будем мазать. Ну, и вертушка, наверное, тоже промажет, да? Нет, смотри-ка, вертушка хорошо как раз пошла. О, вот этот массовый удар, я его очень боялся. И, в принципе... да, своими массовыми атаками они очень хорошо отнимают здоровье. Вы сами видите, да? Хиляться, смысл хиляться-то уже нету никакого смысла. Блин, надо было... Рахзар хотя бы уцелел. Ну, все-таки, ребят, мы с вами прошли этот этап. Ну, согласитесь, не на 3 звезды, но уже продвинулись. Это уже большой плюс. Ну-ка. Так, нам достается крысиный король. Слушай, а что тогда тут-то будет происходить? 70... Оу-оу-оу. Здесь босс 77 уровня. Слушайте, вот здесь мы, наверное, вряд ли сможем его пройти. Вы помните, да, этот гигантский у нас гриб. Нет, даже не буду заморачиваться, ребят. Просто тратить время. У нас с вами есть пицца. И мы можем... с вами, знаете, что сделать? Поискать вот здесь вот. Я думаю, что вы тоже не против. Вдруг там кто-нибудь отличный выпадет. А вдруг целый пак выпадет. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Он давно, кстати, не выпадал. И вообще всего лишь один... ну... специально не перепрыгнула, да, на троечку. И всего один раз, ребят, мне выпадал вот из рулетки пак. Один раз за всю игру, что я играю. Ну давай, вот давай, на майке. Нет, конечно же, не выпадает на майке. Становится там, где у нас именно одна ДНК. Ну, давай. Так, оп. Ну, хоть здесь повезло. Рокстеди, да, значит, нам. Две ДНК выпало, отлично, ребят. Теперь у нас еще 76 пиццы. Поехали кого-нибудь с вами поищем, посмотрим. Мне, по идее, хотелось бы найти, побыстрее собрать еще Ваньку. Ваньку-стиранка. Ну, я чуть не уверен, что мы его очень быстро найдем. Так, что у нас тут? Вот, одно ДНК мы с вами уже нашли. Единственное, хорошо, что здесь 6 попыток у нас на поиски. То есть, как бы, преимущество есть. Даже если хотя бы по 4-3 ДНК будем находить каждую игру, то довольно быстро он у нас соберется. Ага, все, закончилась у нас пицца, к сожалению. Хотя тут еще 13, я могу куда-то потратить. Надо, как говорится, полностью всю истратить ее. Давай-ка вон на Гекка попробуем. Сколько тут? А, тут 14 тоже нужно. Погоди-ка, а я куда-нибудь могу вообще потратить-то? Змейка Вьюна мы искали. Крысиный король, сколько тебе нужно? Так, вот здесь 12. Вот, давай посмотрим. Угу, и мимо. Мимо кассы, ребята. Так, ну что, отлично. Сегодня мы, в принципе, неплохо поиграли. Конечно, то, что я не смог... Погоди-ка. Что это такое? Какие навыки? Ох, навыки. Ну давай, послушай, Джо. Все, да? Больше ничего. Блин, надо было, наверное, удар колодцем выучить, чем эту пассивку. Ну ладно, фиг с ним.
Так, задания у нас выполнены. В магазин я хотел, ребята, еще глянуть. Так, предметы. Кто у нас тут дается? В принципе, я думаю, можно потратить, да? 4000 сюриков. Все равно они у нас быстро накопятся. Так, сколько у нас здесь? 72. 72 монетки. И что же я могу взять? Угу. Я могу только вот взять Леонардо Космос за 60. А, еще Микеланджело Космос. Ну, я даже не знаю. Не, наверное, мы не будем этого делать пока. Тут-то сколько у нас? О, 710, ребят, тютелька в тютельку. А вот это уже заманчиво. Слушайте, я бы, конечно, хотел бы Шреддера вот найти, да? Смотрите, у нас тут совсем немножко осталось. Хм. Это будет у нас, если я возьму 76, еще нужно будет 4 ДНК на него найти. Да погоди ты, я еще не определился, что-то мне сразу... Смотрите, здесь, кстати, тоже у нас Рафик скоро получит. И вот здесь. Блин, они все близки, ребят. Все близки к тому, чтобы прапаться. Но я все-таки потрачу на Шреддера. Погоди ты. А, на Шреддера. Че это я губы-то раскатал? Ребята, 830 нужно, а не 710. Хм, что-то я не посмотрел вот здесь, кстати. Хорошо, тогда нам придется Леонардо, что ли, блин, видение, потратить на него. Или... Ладно, ребят, короче, напишите мне в комментариях, на кого лучше потратить. Сам я не могу определиться. Мне и того охота. А вы стопудово знаете, кто лучше, поэтому буду слушать от вас подсказку. Ну что же, а на этом, пожалуй, мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Так что всем пока, удачи и до новых видосиков.